А вот с западной окраины озера делаю видео. Вот в этом месте река Ликоновка впадает в озеро. Что-то не помню, там какие-то вон пластиковые бутылки, мусор какой-то. Слушайте, кошмар какой-то. А кто же набросал уже? Слушайте, ну люди свиньи, честно слово, блин, поражаюсь. Неужели из речки, что ли, да? Вон, видите, сколько мусора. Ну да. Кошмар какой-то. Смотрите, сколько мусора. Что за люди, за свиньи, честное слово. Значит, здесь сделали они, из плиточки выложили частично дорожки. Вот они. И здесь, видимо, также будут. Здесь будет плиточка тоже выкладываться. С той стороны выложили. Вот. Вот она. Речка Ликоновка. Вот она, Ликоновка. Вот она впадает в озеро. Да, я тоже обратил внимание, ну, такое столько мусоров делаю видео. Очередное это видео делаю, как наши люди загаживают природу. Это просто поражается. Это не люди, вот свиньи сделайте, натуральные. Да, сделайте. Вот люди, ничего не делается. Ну, вот сделай людям. Ну, что это такое? Потом же сами купаться в грязи будут. Вот это напор большой, речка большая идет. И вот столько мусора, это просто, я не знаю, это вот делают, стараются для людей делать. А эти как свиньи. Ну, просто их людьми нельзя назвать, потому что они загаживают всю природу. Я говорил, еще раз, очередной раз буду говорить. Иду, шел сюда, с города через улицу Ленинградскую, и вся территория загаженная. Ну это позор, ну город грязный, ну неужели администрация не видит? Отвечает мне, что значит они согласно графика убирают город. Но какой график, если он весь загаженный? Какой график у них? Там без графика надо. Так дворников не видно в городе. И сами люди свиньи. Я вот сейчас наверняка вот там вот застолье уже организовали. Ну так и оставят мусор. Вот наверняка уже начнут загаживать. Вы знаете, ну я не знаю, как вот я уже, я через свое видео обращаюсь к людям. Ну будьте вы, в конце концов, благоразумны. Не будьте вы свиньями. Ну почему такие грязные народы у нас? Я не понимаю. Такая красота, все. Не, ну надо загадить, надо нагадить. То ли они от этого удовольствия получают. Вот такая панорама западной части озера. Он видел, Саня, уже сколько грязи, мусора. Ужас какой-то. Вот они сделали, вот тут плиточку выложили. Вокруг озера будет плитка, как и в Ставрополе. Можно будет прогуливаться все. Ну вот, пакеты, бутылки уже здесь собрались они. Вот тут лед дальше не дает ему уйти. Сейчас лед вот растает, и вот эта вся грязь вот в этой муте, летом же будете купаться. Ну вот такая панорама. Ликоновка, река. Это собираются пикники вот вдоль реки, вот там. А потом мусор бросают в речку, как свиньи натуральные. А наказывать их некому. Ну, до новых встреч, друзья.